Отечественные ценители хорошего кино давно следят за биографией известного актера Никиты Панфилова. Мужчина востребован, обаятелен, блещет невероятной харизмой, привлекая режиссеров. Никиту Панфилова нельзя назвать мужчиной, обделенным вниманием со стороны прекрасного пола. За плечами артиста три брака, которые внесли определенные корректировки в его судьбе. На сегодняшний момент известно, что Никита Панфилов женился в очередной раз. Первым увлечением Панфилова была Карина. Разумовское знакомство с ней произошло в фильме «Адъютанты любви», но девушка категорически отвергла парня. С первой женой Верой Бабенко актер познакомился. В студенческие годы об отношениях они не рассказывали, сделав публичными их только после официальной церемонии брака. Продлился он недолго. Никита не так был востребован, как жена, приглашенная на роль Маш Турецкого. Супруги не общаются до сих пор. Вера второй раз вышла замуж за режиссера Павла Быкова. Пара полностью поглощена работой в драмтеатре, практически не расстается. После расставания с женой артист влюбился в Ладу Пояркову, которая стала матерью его первого ребенка. Жгучая брюнетка работала администратором программ «Армейский магазин». В 2010-м пара официально зарегистрировала отношения. В этом браке родился сын Добрыня. Панфилов присутствовал на родах, первым взял на руки сынишку и отдал маме. Счастью не было предела. Сейчас Никита с детьми появляется на публике, а их у него уже двое. Второй ребенок появился не от Лады. Пара распалась в 2015-м из-за нового увлечения бывшей жены. С новой избранницей Ксенией Соколовой мужчина познакомился в соцсети. Девушка не относится к творческой среде, она медик. Ксения родила артисту ребенка, дочь Аврору. Под венец пара отправилась в 2017 году. Никита хороший отец для обоих потомков. В сети часто появляются совместные фотографии, по которым видно, что знаменитость и его дети вместе очень счастливы. Они весело проводят время своим детям. Он стремится привить лучшее. В сети легко найти фото детей Никиты Панфилова в разные периоды жизни. Стоит отметить, что бывшая жена Лада препятствовала общению Добрыни с отцом. Никита отсудил право забирать мальчика на выходные к себе. Сейчас счастливый артист практически каждый день выкладывает фото любимой супруги и детей, а также продолжает сниматься в кино и сериалах. А вам нравится этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.